Ага, итак, всем привет, друзья! С вами Games YouTube. Сегодня мы играем во вторую главу. Вот. Это Bendy and the Ink Machine. Я надеюсь, вы понимаете, да? Да, тут я играл на этом компьютере, поэтому... Нам сейчас надо найти новый файл. Вот. Вторая глава. Старая песня. Вот так вот. Глава вторая. Старая песня. Ай, моя голова. Что произошло? Итак, думаю, все, что мне сейчас остается, это торопиться. Посмотрим, если я смогу отсюда выбраться. Найти новый выход. Чувствительность у нас нормальная. Ну, это и хорошо. Открываем. Если плохое качество, то сорян. Как это место стало таким большим? Он появляется из тени, чтобы пропить свои сладкие благословения на меня. Чернильное изображение сияет в темноте. Я вижу вас, мой спаситель. Я молюсь, чтобы вы услышали меня. Те старые песни я их все еще пою. Ибо я знаю, что вы придете, чтобы спасти меня. И я перемещусь в ваше любовное объятие. Но любовь требует жертв. Можете благословить меня? I said, can I get an amen? Действительно, голос какой-то там появился. Угу. Значит, это что-то... Что это за картина такая? Вообще странная какая-то. Чернила льются. Ой, это кто? Вы меня слышите? Извините. Вы можете мне помочь как-нибудь? Куда черт возьми он подевался? То есть он нас тут затопило все, да? Эти двери нужно как-то затопить. Где-то недалеко должны быть... выключателем. Подсказка. Найдите три выключателя. Вот первый я активировал. Work hard, work happy. Второй. Третий. Поднять ворота. Мне вообще круто, я тут по чернилам иду. Наконец-то я могу теперь ломать это. Я бы чернильную машину открыл бы вот так вот топором, если бы он у меня был. Я бы этому какому-то чудику дал бы. Здесь как-то темно. Сначала Джоуи устанавливает эту чернильную машину над нашими головами. Затем она начинает течь. Три раза в прошлом месяце. Мы не могли даже выйти из нашего отдела, потому что чернила затопили лестничную клетку. И что же у Джоуи? Периодически сливать чернильный насос
Теперь этот уродливый переключатель насоса стоит прямо в моем кабинете. Люди заходят и выходят весь день. Спасибо, Джоуи. Дальше я не успел дочитать. Лестница. Кажется, лестничный проем. Если я хочу отсюда выбраться, мне надо... не нужно найти способ. Короче, остановить. Это что такое? Нажимаем. Это что такое? Music Department. Ё-моё! Пацаны, вы чё? Так, надеюсь, нету больше никого? Ай, блин, меня сейчас убьют. На. Чё это там такое? Запись. Ворота открылись. Ага, вот у нас, значит, вот так. Дверь всякие. Угу. О, дверь какая-то. Шкаф закрыт, это чё? Punching in. Не знаю, что это. Итак, я иду на днях с моей пыльной кастрюлей. Потом, вы знаете что? Я не могу найти мои дурацкие ключи. Они как будто растворились в воздухе. Или что-то в этом роде. Думаю, что они упали в мусорный бак, когда я обкатил территорию на прошлой неделе. Я надеюсь, что никто не расскажет Сэмми. Потому что если он узнает, что я снова потерял ключи, меня тогда выгнет оттуда. Значит, нам надо... ведра, так сказать, ключи какие-то. Есть что, нет? Нету. Тут есть что? Нету. Тут у нас что? Это что? А, тут нам нечего делать вообще. Что это такое? Ведь... Элис Энгел, sent from above. Наверное, правильно прочитал, не знаю. Это читать не будем. Окей, читал. Значит, теперь мы сможем это открыть. Это что такое? Сэмми Лавы. Well, there's the pump switch, all right. But that's one hell of a leak blocking the door, though. Ага, отлично. I could just stop that ink from flowing. Если бы я только мог остановить воду чернил, я бы смог пробраться внутрь. Не согласишься. Офис Сэмми Лоуэс. Завидуй музыкальным отделом. Шкаф. Каждый творческий человек нуждается в убежище. У Джоуи другие есть свое, и у меня есть мое. Чтобы зайти, нужно всего лишь знать мою любимую песню. Барабан торжественно гремит, банджо бренчит проигрывая, скрипка соврекается, произнесущим голосом. Барабан снова издает эхо. Спойте мою песню, и мое убежище откроется для вас. Барабан, банджо, скрипка, барабан. Барабан, банджо, скрипка, барабан. Барабан, банджо, скрипка, барабан. Надо запомнить. Барабан, банджо, скрипка, барабан. 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 Так, быстрей. Быстрей. Барабан, банджо, скрипка, барабан. Есть. Новая цель. Войти в убежище. Запись. Это мы не будем читать. Ну нафиг.
О, вон вентиль, поток. Минус один. Найти второй вентиль. Новая цель. Ой. Это же тот чел с картиной. Иди сюда. И, блин, идите, идите, пацаны, идите, пацаны. Я надеюсь, этот чел оттуда не выйдет. Надо быстрее бежать оттуда. Ё-моё! О, нет, вентиля здесь нет. Куда он делся? Значит, нам это... Ворота? А, кстати, эта тень похожа на того чела, который там стоял. Это, кажется, и есть Сэмми Лоуренс. Don't hear their all singers. О, там вентиль. Вот эта штука держала вентиль. This snip view can't slang news. Вообще не понимать. Вообще не понимать. Так. Не будем читать. Ага, то есть это... Там ящик. Нет, я его так не прибью, потому что он сразу в чернил уйдет. Я так понимаю. Ага, нам надо поднять вот это вот. Потом его приманить вот туда, и потом упустить ящик. Ну, скинуть его. Водить. Очень сильно водичего. Вот. Все. Вентиль наш. Извините. Я должен был это сделать. Кстати, милая шляпа. Так, идемте. Ну да уж. Я б, наверное, уже провалился в эти чернила. Куда силуэт делся? Странно очень. Так, раз. Все, есть. Хорошо, думаю, это поможет. Вернуться в офис Сэмми. Как скажете. Сэмми Лоуренс. Крутая музыка. Что это такое? Состав чернильной машины, кажется. Легендарная музыка. It's time to believe. Пойти по лестнице. Круто. Идемте и свалим от со. Да. Вот ты! Вот зачем? Вот зачем? Вот зачем ты лопату взял с тобой? Пора изящно и аккуратно. Мы же не хотим, чтобы наш шофтер сбежался. Так. Нет, не хотим. Должен признать, я польщен, что ты проделал весь этот путь, чтобы не увидеть меня. То, что я сделаю сейчас, может показаться жестоким. Че, отпусти, чтоб делать. Но верующие должны почитать своего спасителя. Он должен меня заметить. Подожди-ка, ты мне кажешься очень знакомым. Твое лицо. Не сейчас, что видите, вызывает нас. Моя маленькая вещь, пришло время жертвоприношения. И тогда я наконец-то буду свободен от этой тюрьмы, этой чердильной темной пропасти, которую называют силом. Тихо, так. Послушай. Я слышу его. Ритуал должен завершить. Какой ритуал? Что ты творишь? Чел в маске?
Soon he will hear me. He will set us free. Ты что творишь? Какой ритуал? Какие вещи? Что ты творишь вообще? Да это топор, зачем ты привязал? Я вообще-то сбежать хотел. Овцы, овцы, овцы. Пора спать. Отдыхайте. Пора в кровать. Утром вы можете проснуться. Или утром вы будете мертвы. Как супер. Услышьте меня, Бенди. Останьтесь из тьмы. Встаньте и примите мое преподношение. Освободите меня, я умоляю вас. Я вызываю вас чем-нибудь дим. Покажите и примите эту двойную солнышку. Нет, не вор. Подойдите, я ваш пророк. Я ваш... А-а-а-а! Бедный чел, я не знаю, я не знаю, что с ним. Что с этим чел? В общем, возьми топор. Нафиг. Иди нафиг. Нафиг. Иди, 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 иди. Здесь кто такие вообще? Чернильная машина. Вообще валим отсюда. Это чё по сумасшедшему? Какие-то жертвоприношения. Он хотел освободиться. Супер топор сломался. Он хотел освободиться типа того, типа, да? Ну чё это такое? Что это такое? Что это такое? Что это такое? Откуда он появился? Что это такое? Оно меня сейчас загонит. Мне хана. До свидания. Нет. Нет. Пожалуйста, не надо. О, блин. Человек, не надо. Все, ушел. Что это такое было? Пацаны, чуть... Ну, опять этот чернильный... Чел убежал. Ему мало было того-то, что я вообще свалился через пол в это. Hello? Здесь есть кто-нибудь? Я знаю, здесь кто-то есть. Выйдите и покажите себя. Come out and show yourself. О, здорово, Борис! Это же ты! Борис? Конечно. Кто же еще может быть, а? Действительно, кто еще может быть? Глава третья, значит. Нет, рано у нас третья глава. Но мы ее проходить не будем. Сейчас я в главном меню расскажу. Все, выйти. Ну, короче, пацаны, мы прошли с вами вторую главу Бенди and the Ink Machine. Вообще, вторая глава. Это же супер. Вот, мы узнали то, что какой-то чел в маске хотел что-то там освободиться, какие-то жертвоприношения, какой-то чернильный демон. Это, наверное, чел, который за мной бежал. Вот. Он там хотел что-то там сделать, но в итоге сам умер. Вот. Игра... Вторая глава была познавательной и еще сильнее интересней. То есть это прям заманивает в интерес игры. Вот. Но у нас еще в запасе три главы. Мы прошли только две. А как говорится, 2 плюс 3 — 5. Поэтому у нас впереди еще третья глава. Но видео про третью главу Bendy and the Ink Machine. Вот. Чтобы я снял третью главу Bendy and the Ink Machine, набираем на этом ролике 10 лайков, и выходит продолжение про третью главу Bendy and the Ink Machine. Точнее, только первая часть, потому что эта глава, наверное, большая. Я не знаю, но, по сути, третья глава, она должна быть большая. Поэтому только выйдет первая часть. 10 лайков, и я снимаю Bendy and the Ink Machine, третья глава. Всем пока и до новых встреч. 10 лайков равно третья глава. Пойдем.